подмосковных офисах «Мои документы» начали предоставлять новую услугу – выдачу согласий на субаренду лесного участка. Предварительная запись на получение услуги доступна на региональном портале госуслуг. Новый сервис позволит арендаторам снизить издержки от платы за временное пользование землями лесного фонда. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо прийти в центр «Мои документы» с паспортом и подать заявление.